небольшие 168-74, такие лестницы по месяцу, в эти суммы. Конечно, у нас еще много лестниц, которые нужно делать, но, повторяю, суммы слишком маленькие, поэтому из всех необходимых лестниц, из всей программы выбирали вот то, что подойдет под эту сумму. И из нового, из того, что мы не обсуждали, на 209 тысяч мы добавили 5 контейнеров, 5 бункерных площадок в микрорайоне Северного Шертана, одну контейнерную. Их ремонт. Они не менялись, мне кажется, с момента вот постройки микрорайона. Две из них или три горели уже. И хотим поменять стойки, которые уже подгорели, и пробки. То есть таких бункерных в этой части микрорайона больше нет. Сумма тоже маленькая, 209 тысяч, но на эти 209 можно сделать ремонт внутри бункерной площадки и новую профиль обшить. И кое-где поставить новые стойки, потому что там на 7 мм, например, для пожарных, когда мы подгорели. Вот пока вот такое у нас снижение, оно небольшое, но из-за того, что есть самые проблемные места, наверное.